Смерть Аида – это больше вопрос, чем ответ. Он был мертв, остальное неважно. Это было начало новой главы. Для всех нас. Возмездие, наконец, настигло Иосифа Чхеидзе, известного как Аид, лидера КВА, который организовал те страшные удары 4 года назад. Мы поговорили с Джонатаном Айронсом, основателем и директором Atlas International, частной военной компании, выследившей и уничтожившей Аида. Поздравляю, вы сделали то, что не удалось ни одному правительству. Спасибо, Венди, но наши герои – это люди Атласа, и я горжусь тем, чего они добились за эту неделю. Ходят слухи, что ООН предложит вам место в Совете Безопасности. Вы готовы пойти в политику? Ну, я люблю делать дело, так что нет. Взгляните, что мы сделали в Нью-Багдаде. 40 лет назад мы ушли из Ирака, поджав хвост, город остался в руинах. Сегодня можно увидеть, что бывает, когда жертвуешь бюрократией ради дела. Эти ваши 4 года были невероятны. После атак КВА «Атлас» стал крупнейшей корпорацией на свете. Теперь вы также руководите самой многочисленной армией в мире. Каковы планы Джонатана Айронса? Каково это, быть спасителем мира? Штаны не жмут? Гидеон, Митчелл, вы мне нужны немедленно. Илона, что там? Встречаемся в служебном помещении 6А. Никого с собой не берите. Понял, выступаем. Выясним, что ей нужно. Добрый вечер, сэр. Просто не верится, что мы в Багдаде. 2 года назад нельзя было выйти наружу, чтобы не поймать пулю. А теперь здесь все процветает, мать его растает. Спасибо нам. Отряд «Эхо» вчера накрыл очередную ячейку КВА. Вся их сеть разваливается. Аид был ключевой фигурой. В мире заканчиваются засранцы, друг мой. Можно подумать о ранней пенсии. Добрый вечер, сэр. Готово. Вы говорили, куда идете? Нет, и что? Скрэмблер даст нам всего несколько минут. Подключитесь, я вам кое-что покажу. Что, вашу мать, происходит? Смотрите сюда. Это Айронс, с ученым, которого ты спас. Тот, кого вынули из реки? Он так и не вернулся в Нигерию. КВА готовит нападение. Они рассказали мне все. Что? Что за атака? Электростанции по всему миру. Они хотели, чтобы я отключил систему безопасности. Где они хотят ударить? Сиэтл, Париж, Токио. 1000 людей погибнут. Мы должны рассказать кому-то. Нет. Мы должны сказать всем. Ладно, хорошо, хорошо. Я этим займусь прямо сейчас. Да ну, нет. Он знал. Знал все и допустил такое. Все эти люди мертвы, а он просто срубил бабла. Откуда это у тебя? Аид. Последнее, что он успел сделать, передать нам это. А это не подделка? Для шифровки использовался наш алгоритм. Это Атлас. Это видели только мы. Надо уходить отсюда. Быстро! Видели. Мы все это видели. Видел что? Ты знал об атаках. Столько невинных погибло. Это фальшивка, ее взяли у террориста. Да ты псих! Ты чудовище!
Ты меня разочаровал. Ты мог получить все. Держите их, пока репортеры не ушли. Гидеон? Да, сэр. Гидеон! Ты все видел сам. Он сказал, подделка. Он принял решение. Стой, где стоишь! Послушай, мы вошли в твою экзосистему. Доверься мне, через 10 секунд включится система пожаротушения. Приготовься, придется бежать. Пошел! Надо выбираться, срочно! Шахте. Ты кто? Не останавливайся. Плохие прыщи, дерев под нарядкой. Мы не можем перехватить петлицо. Тупик! Надо забереть. Срочно! Мать вашу! Стой! Лезь вверх, выбирайся на крышу. Придется воспользоваться магнитными захватами. Мы активируем рой дронов. На крышу у тебя будет всего несколько секунд. Мы окажемся в ловушке. Бежим. Дроны! Бежим! Нам надо укрыться от этого роя! Быстро! Сюда! Перехватывай управление воротами. Пробеги по крыше и прыгай в просвет. Мы на пятом этаже! Давай! Что теперь? Тебе нужно пройти через старый город. Беги к токам. Они весь город перекроют, чтобы нас найти. Вот почему тебе нужно двигаться быстро. Всему населению срочно разойтись по домам. Повторяю. Всему населению срочно разойтись по домам. Штаты Сирии. Не с места. Вечь на землю. На колени, быстро! Они сгоняют штатских. У нас мало времени. Сюда. Давай вниз, на улицу. Снайперы! 12 часов! Вон они! Открыть огонь! Атлас-1, мы прижали бегунов в старом городе. В укрытие! Они идут в штатах. Контакт! На 11 часов! Быстрее, Митчелл! Они на западе!
Давай, Митчелл! Бери крюк! Пригодится! Контакт на стоянке! Уловите по каналу торгового путя! За нами гонятся дроны! Ныряй под этими лодками! Давай быстрее! Давай на пандус! В порядке? Вас поняла. Лодке конец. Идем пешком. Точка эвакуации над вами. На крыше. Как мы должны туда добираться? Используй крюк! Митчелл, мы можем зацепить крюк вот тут, наверху. Над нами еще одно место для крюка. Двигайся, двигайся! Контакт! В укрытие! Осторожно, контейнеры! Придется воспользоваться магнитными захватами. Сюда! Лечь на переход! Двигайте и дальше по переходу! Вижу его! Так, на час! Идите по переходу! Ложное подавление! Раненый! Они тут лежали! Идут с востока! Контакт! На 11 часов! Контакт! На 11 часов! Идите к крану и пройдите по нему!
Осторожно! Не останавливаться! Прыгай, Митчелл! Узнаешь своего сержанта, а? Мы вас отсюда вытащим. Птичка! Назад! Если ты врешь про Айронса, я сам тебя достану. Я права! Атлас-1, доложите. Крыша чиста, ни следа. Ладно, входим! Пошли!